Сегодня утром проснулся от обстрела. Сначала такое, это около 5 утра было. Сначала я проснулся, сел на кровать, но тут такой гул такой серьезный. А потом шум, потом свист, потом зарево, потом взрыв, только бабах на соседней улице. Вон. А, о, кстати, дом этот видно. Сейчас, может быть, сниму. А ну. Добьет, не добьет. Вон за девятиэтажкой угол дома, как раз в центре экрана разбитый дом торчит на соседней улице. Короче говоря, как бахнуло, чуть стекла не повылетали. Ну, этот самый. Мы тут походили еще по квартире, трошки побегали, вот, перекурили, успокоились. Потом поехала полиция, потом поехали аварийные службы, потом этот самый, пожарные начали ехать. Вот, ну, водички попили, трошки угомонились, и это, ну, легли, попробовали поспать, сейчас же на работу еду, сейчас прогреюсь, и этот самый, ну, я часа полтора поспал от силы, вот, ну, что могу сказать, один погибший, трое раненых. Это по предварительным данным. Ну, могу поздравить расистов в очередной раз. На несколько человек мстителей стало больше для них. Если они думают, что они запугают народ украинский, ну, они очень сильно ошибаются. Люди просто еще больше сильно злятся. И еще больше хотят мстить, и еще больше хотят воевать. Вот и все.